Аня, открой, я сказать что-то хочу. Ладно, Юми, только нам уже скоро улетать. Ну ща, ну дай скажу. Короче, ты на канале так Magic Pets, я покемон Юмичу. Ставь лайк и подписывайся. И пиши комментарий, потому что, скажи, Аня, они тут появляются, да? Не вылазь из переноски, ладно? Короче, обычно нас тут 4 собаки. Ну, Аня, ну хватит, ну не позорь меня. А еще киса Алиса, ну Аня, ну хватит. Ой-ой-ой, какие мы важные. Короче, у нас тут обычно много разных животных, но сегодня я лечу на море. Одна. Нет, ты не одна летишь, Юми. Ну ладно, ладно, с тобой, ну не трогай мои уши. Все, Юмичу, потом да расскажешь, наш рейс объявили, нам пора. Здрасте, здрасте, здрасте все дядечки и тетечки, здрасте. Юмичу. Ну что, типа надо поздороваться? Короче, ребят, я первый раз лечу за границу на самолете и увижу море. И я буду снимать свой влог. Так, все, мы сели, вообще-то, Юмичу, влог буду снимать я. Все, взлетаем. Ого, ничего себе, как трясет, что-то страшновато. На самом деле, Аня тоже будет снимать влог, только на канал Magic Family, а я на этот канал. Ох, уже летим 4 часа. Да, у меня уже весь хвост затек. Юмичу, мы прилетели. Че, серьезно, крутяк? Короче, ты все снимай и сделаешь свой влог, а я сделаю свой влог. Да что вы говорите? Ну, и что дальше? А ребята потом на канале Magic Family посмотрят твой, мой и скажут, чей круче. Юмичу, ты где? Ну, Ань, ну мне же надо сделать свои делишки. Ну, мало ли что, мало ли ты потерялась. Куда же я от тебя денусь? Ты говоришь, что ты покемон, а мне показалось, ты похожа на тюленя. Чёрт, тюлень. Такая же блестящая, как тюлень, пойдем. Так, а это что такое за ноги слона? Юми, это пальмы. Я думаю, не может же слон быть одноногим. Короче, в твоем влоге будут кадры, которых нет у меня, а в моем, которых нет у тебя. Понятно? Слушаюсь и повинуюсь. Так, сейчас ребята мой влог посмотрят. И когда он выйдет, я внизу оставлю ссылку на Анин влог. И они пойдут после этого ролика и туда посмотрят. Юми, ты что там себе под нос бурчишь? Ничего, ничего, отстань. О, походу мы приехали в отель. Пойдем скорее позырим. Сначала попей воды. А потом в номер пойдем, да? Сначала погуляем. А в номер-то пойдем? Ну, Юмичу, погуляем немножко, осмотримся вокруг и потом пойдем. Так, хорошо, осматриваюсь так вокруг. А теперь в номер, да? Давай пройдемся, лапки разомнем. Сначала попей воды, потом осмотрись вокруг, потом сходи лапки разомни. А когда в номер-то пойдем? Покемон, хватит ворчать, гуляй давай. Покемон, хватит ворчать, гуляй давай. Мы так до номера никогда не доберемся. Смотри, какая травка. В номер пошли. Мы уже тут 3 часа по этому отелю гуляем. Юми, что ты врешь? Полчаса даже не прошло. Ничего я не вру, давай показывай, где наш номер. Вот там, наверху, в горах. Идти далеко, отель у нас гигантский. А что это ты на той стороне? Сейчас, погоди. О, блин, какой высокий забор. Юми, может проще обойти, а? Покемон, выпрыжок. О, да, ну ты даешь. Так, тут какая-то лестница. О, вон видишь зеленый люк. Может это вход в номер? Юмичу, наш номер не в подвале. Пойдем за мной. Ну мало ли, знаешь, всякое бывает. Тут такие лабиринты. Еще одна лестница. Тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп. Чё мы так долго идем-то? О, блин, офигеть. Юми, ты чего испугалась? У меня люкофобия. Юми, да просто обойди его и все. Ладно, ну смотри, я тебе прилила. Пойдем, покемон. Мы всю оставшуюся жизнь в этот номер будем идти. Юмичу, хватит ворчать. Я уже устала, возьми меня на ручки. Нет, иди пешком. Я уже спать хочу, я не могу идти уже больше в этот номер. Ну возьми на ручки. Ладно, Юми, Юмичу. Я сплю. Юмичу, я знаю, что ты притворяешься. Нет, мне просто нужно очень в номер, я очень устала. Ты маленькая врунишка, ну ладно. Смотри, тебе тут свою лежанку подготовили. Вот это я понимаю, сервис. И игрухи. И миска. Так, по-моему, мне пора подкрепиться. А ты пока иди, это, рун тушь ними для своего влога, чтобы ребята посмотрели, какой у нас номер крутой, ладно? Хорошо? Юми, у тебя такая смешная морда. Приятного аппетита, я пошла снимать рум-тур для своего влога. Надеюсь, ребята его посмотрят. Так, все, сними. Юмичу, доброе утро, пора вставать. Не хочу, ну давай еще поспим. Нет, Юмичу, давай просыпайся, ты что, не хочешь увидеть море? Гили-гили-гили-гили. Ну какие еще гили-гили? Ладно. Ну зачем ты на меня куртку напялила? Потому что утром тут холодно. Ты что, хочешь простудиться? Где тут холодно? Что, я не чувствую? Ну, конечно, ты не чувствуешь, потому что ты в куртке, покемон. Поехали. Юмичу, это машинка, которая развозит людей и чемоданы в номера. Что, правда? А что мы вчера как дураки пешком ходили? Так, покемон, пойдем садиться в нормальную машину. Другое дело. Только, Ань, знаешь что? Что? Сними куртку, ну жарко же. Покемон, хочешь рыбку? Да, рыбку мне. Держи. Вкусняшка, дай еще. Чувствую, где-то тут море. Да, Юмичу, мы уже приехали. Чувствуешь запах моря? Да, давай скорее, скорее, пойдем, пойдем, пойдем. Юми, подожди, у тебя на голове какой-то листик. Вечно ты как мамка. Море, море, как там в песне поется. Море, море. Вау, ты видишь вот это, да, мы на море. Видела, видела море. Юмичу, я там море не раз видела, а вот ты первый раз. Море, 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 пляж, море, пляж. Что-то ветер только какой-то вздует, вообще жесть. Догони меня. Это ты меня догони. Я самый быстрый покемон на свете, ты меня никогда не догонишь. Юмичу, стой, так нечестно. Что, слабо? Не догнала? А я просто обратно побегу. Да я тебе в 5 серий.
тебя догоню, понятно? Я самый быстрый покемон на свете. Ань, что-то холодно что-то тут, а? Да, Юмичу, я знаю, потому что мы приехали вообще-то сюда в феврале, а на Майорке в феврале холодно, купаться нельзя. Я так думала, мы купаться будем, а что, мы просто на море посмотреть приехали, что ли? Ну, для первого раза, я думаю, Юмичу будет нормально. Фу. Смотри, тут есть серфинги, сапы. Помнишь, я тебе показывала, как я на них плавала в Таиланде? Давай, залазь. Я-то залезу, но знаешь что, Ань, что-то тут какая-то ветрища. И я, пожалуй, кататься в этот раз не буду. Ну давай попробуем в море зайти. Нет, ты думаешь, что я глупая, что ли? Я мерзну, не хочу, не собираюсь отличать от тебя. Ну иди сюда, покемон, хотя бы водичку лапками попробуй. Не-не-не, давай лучше на другой пляж поедем, и там зайду. Нет, здесь не буду. Ладно, сейчас ботинки обратно надену. А то тут кругом какие-то какахи. Что это тут пахнет кем-то? Надо, чтобы везде пахло мной. Так, все, отлично. Надо выделиться. Хорошо, что Аня не видит, что я тут делаю, а то бы она наругалась. Так, пойдем посмотрим, что тут еще есть. Тут везде какой-то мусор. А мне обещали белый красивый песок и голубую водичку. Но Аня пообещала, что мы сейчас поедем на другой пляж. Что это тут такое? Чем это тут пахнет? Что это тут такое, а? Юмичу, ты что там делаешь? Ты что там нашла? Тут какой-то странный запах, погоди. Да это просто ракушки. Вот я и думаю, воняет какой-то рыбы пятна. Юми, ты просто никогда их не видела. Что такое ракушки? Как тебе объяснить? Ну, у них живут моллюски всякие. Не знаю, как тебе объяснить. Ладно, поехали на другой пляж. Прошу. Да я просто король покемонов. Езжу на крутой тачке. Так, а ты кто такой? Неужели я на острове встретила хоть одного пса? Сама ты пес, я не пес. А кто? Я девочка. Девочка? Да ты не похожа на девочку. Это ты не похожа. А я не девочка, я знаешь кто? Кто? Я покемон, понятно? Все, ладно, мы пошли на море. Мне кажется, ты меня обманываешь. Ты обычная собака, никакой ты не покемон. Мне кажется, ты меня обманываешь. Ты пацан, а не девушка. Юмичу, хватит меня позорить, грубиянка, пойдем. А что это я грубиянка-то, а? Так я тут не слежу, надо обойти. Это что такое? Грубиянка, потому что ведешь себя как гопник, а это песок. Впервые вижу столько песка. Ничего себе. Иди сюда. О, вода это холодная. Да ну нафиг. Юмичу, ну давай попробуй, зайди водичку еще, я тебе вкусняшку за это дам. Ну ладно, еще раз зайду. Давай уже вкусняшку. Ну заходи, заходи, на. Давай. Так, слушай, Аня, нам надо серьезно поговорить. Хочешь рыбку? На рыбку. Да, хочу. Молодец, покемон. Ну, рыбой ты своей меня не обманешь, нам надо серьезно поговорить. В следующий раз ты меня отвезешь на море, где тепло и можно купаться, понятно? А то здесь ветер, вода очень холодная. Просто сейчас февраль, и в Испании вода холодная. Я просто хотела тебе море показать. Ладно, ладно, не дуйся ты на меня. Сейчас, погоди, сейчас надо спрыгнуть как-то сюда в песок. Вот так. Все равно нам весело. Так, эй, тетя, дай крути. Тетя, дай крути. Так, аккуратненько, не заспели. Юмичу, у тебя на ухе ветка. Ну не дуйся на меня. Ладно. Просто я надеялась, что тебе понравится наше путешествие. Море, горы, все такое. Мне нравится, мне не парься ты. Это же не последний раз. Нет, конечно. Смотри, какая красота. Вот это да. Такое я точно впервые вижу. Капец. Да, красиво. Ну что, покемон, едем в отель? Да, погнали, чё-то я устала. Горы, море, спать охота и жрать. Опять ты на меня эту куртку накаливать, бесит просто. Я чё, маленький ребёнок? Юмичу, тут вечером холодно, я не хочу, чтобы ты простудилась. Всю поездку бурчишь и ноешь, точно как маленький ребёнок ворчун. Я тебя избаловала, в следующий раз кого-нибудь другого возьму. Не-не-не, не надо, я пошутила, как мне классно в куртке, я даже люка не боюсь. И вообще мне очень здорово, по лестнице спускаться в куртке очень удобно, удобнее, чем без куртки намного. Ты надо мной издеваешься, да? Еда пропала, а еда пропала из миски, кто-то ее украл, точно, смотри. Пля! Видишь, ты уже чихаешь, а еще куртку не хотела надевать, точно хотела простудиться, да? Ветер, море, горы, ты что? И никуда еда не пропала, это ты ее съела. Ань, ну дай пожрать-то, ну. На, держи, я тебя люблю, покемон. Да я тоже тебя люблю, просто у меня любовь такая покемоновская. Я ругаюсь, но я тебя люблю. Поняла? Что? А пойдем с Лейсан утешу и познакомимся. Короче, ребята, потом мы пошли познакомились с Лейсан. И я почему-то так странно себя повела. Сама не знаю почему. Короче, это вы уже Ваня на влоге посмотрите. И там еще много всего, чего у меня во влоге не было. А потом погнали домой. Найди меня. Юми, вылазь давай из-под сиденья. На самолет опоздаем. А как ты узнала, что я под сиденьем? А как ты что, меня видела, что ли? Блин. Пока большие люки, пока фонтанчики. Юми, если ты сейчас будешь прощаться со всеми неодушевленными предметами, мы точно на самолет опоздаем. Ладно, ладно, я поняла, с одушевленными можно? Пока люди, пока дядечка, пока мусорка. А, мусорка же неодушевленный, да? Да я вообще быстрее тебя на самолет дойду. Аня, знаешь, что это, а чё? Юми, опоздаем же, залазь давай в переноску. Пока, Аня. Очень смешная шутка, Юмичу. А-ха-ха-ха-ха, обхохочешься, аж живот болит. Я как королева, меня везут в карете. Ю-ху, чемодан, давай кати меня. Ля-ля-ля. Юми, да перестань ты орать на весь аэропорт. И, пожалуйста, только не разговаривай с людьми в салоне самолета. Здрасте, дядя, в телефоне сидеть вредно. Юми, тихо. Дорогие пассажиры, отключите телефоны. Я тебя в другой раз с собой не возьму. Ладно, все, молчу. А
вы идите смотрите Анин влог со мной на канале Magic Family. Ссылка внизу, увидимся, пока!